Народного мэра провожали всем городом. В самопровозглашенной Луганской народной республике похоронили главу Первомайска. Когда он приезжал, когда мы с ним встречались, он всегда говорил только о городе. Ни разу не говорил, мне нужно то, мне еще что-либо. То для себя. Каждую кусок стекла, полиэтилен, когда первые начались обстрелы, он приезжал, просил и говорил, там люди мёрзнут. Евгений истинный герой. Народного мэра Первомайска Евгения Ищенко убили 2 дня назад. Очевидец трагедии в эфире Life News рассказал, что джип градоначальника попал под обстрел украинской диверсионной группы. Задержать преступников по горячим следам не удалось. Ополчение разыскивает нападавших. Сегодня проститься с Евгением Ищенко пришли десятки местных жителей. По их словам, замену такому градоначальнику будет найти сложно. Восстанавливал все электричество, свет везде, все по улицам был, отопление, все, что надо было, то все делал. И на ноги стал поднимать людей. На ноги. Мы хоть стали жить более-менее. Если бы я знала, какая тварь это сделала, я бы ему ничего бы не делала. До стенки глаза выколола, чтобы он мучился. Тварь такая.